Всем привет! С вами снова я, Олег Карцев из Белоруссии. Мы на Мальдивах. В этой стране я до авиаконструктора чуть менее 20 лет. И большой сюрприз для вас. В сезоне 2021 и где-то по середину мая 2022 года я буду находиться на острове Киха на Баа-Атолле. Приезжайте в гости. Редкий шанс. Киха – уютный и зеленый остров, который находится в одной из самых великолепных локаций для дайвинга и снорклинга на Баа-Атолле Мальдивских островов. Рядом находится биосферный заповедник Ханифару, напротив всего лишь 500 метров, где в летний период с мая по конец октября собираются сотни мант питаться планктоном. В ноябре, когда манты уходят, начинается сезон восточных течений. Приходит невероятно кристальная видимость до 30 метров. И наступает лучшее время для дайвинга. И оно продолжается до середины мая, пока не начнут снова дуть юго-западные муссоны. Лететь на остров Киха от интернационального аэропорта Авилана минут 25 на местном самолете Dash-400. Плюс еще нужно ехать на спидботе 10 минут. Или за 35 минут можно романтично долететь на гидроплане. Эдакий кукурузник, который приземляется на воду. Пляжи тут сумасшедше красивые. Ну, возможно, одни из самых красивых на Мальдивах. Белый песок практически везде. Питание на острове весьма основательное. Несколько видов сыров. Фрукты режут прямо у вас перед носом. Тут же готовят мясо, рыбу, много сладостей, мороженое. Особое слово салатов. Все абсолютно свежее. Еды предостаточно. Без гламурных смузи, фуагра, но зато от пуза. Курочка тут дуря зачетная. Много сдобные выпечки. Мне очень нравится имбирный чай с медом, ну, который нужно заказывать отдельно. Кстати, если вы хотите различные сорта кофе, кофе тоже вам приготовят, принесут. Только вы должны сказать, там, хотите вы американо, капучино или кофелатте. Есть ресторанчик для приватных ужинов. Все приготовленное все равно принесут с основной кухни, но зато красиво. Бары работают на Киха до последнего клиента. Ну, если у вас все включено, то до 10 часов у вас оно будет включено. После 10 оно все равно будет стоить каких-то денег дополнительно. В воскресенье вечером на пляже у бассейна организовывается дискотека на песке. По средам вечером презентация морского биолога. В субботу романтический костер. В пятницу шоу Боду Беру с мальдивскими барабанами и танцами. Во вторник перед ужином JM-коктейль с гостями, куда прибудет генеральный менеджер пообщаться с клиентом. И вы можете выразить все свои пожелания. Особенно хорош остров Киха для тех, кто увлекается астрономией. Северная сторона острова, она достаточно темная, без засветок, и если приехать с телескопом или с биноклем, то можно посмотреть очень красивые звезды и планеты с этой части острова. Каждый вечер проводится кормление скатов, куда приплывают иногда и акулы. На Мальдивах всего два места, Киха и Алимат, это два таких местечка, куда приплывает громадное количество больших акул, нялек. Это нужно видеть. Большая просторная рецепция острова. Есть магазин мелких необходимостей, сувениров. И даже сигареты по $15 за пачку. Поэтому везите все свое. В одном из концов острова располагается вилла Атома. Это особняк владельца острова, который пожелал построить огромное здание с 19 спальными комнатами. Эту виллу тоже можно арендовать на большую компанию, и, наверное, это даже очень выгодно. Киха – это особенный остров. Персонал здесь очень увлечен озеленениями. Упавшие листья тут – компост, еда для деревьев, как говорят местные. Поэтому тут постоянно трудятся садовники. Они что-то копают, что-то стригут, что-то режут. Убирают кокосы. Здесь очень много всякой живности. Даже живет настоящий мальдивский сокол. Никогда не думал, что они тут обитают. Ну, так и есть. И он занимается тем, что он гоняет ворон с территории этого острова. Здесь много деревьев с вкусным нектаром. А если
это фруктовые деревья, то значит здесь можно посмотреть и летучих собак, или летучих лисиц, как еще их называют. Большое количество ящериц и гекконов, что говорит о хорошей экологии острова. Из птиц часто встречаются здесь цапли, которые очень забавно ловят рыбу. На Кеха не нужна шляпа. Здесь столько теней, что можно экономить на креме от загара. Не на каждом Мальдивском острове столько много пальм. Есть острова, где просто-напросто или вырублены, или искусственно посажены. Тут их изобилие. Настоящие джунгли. Отдых на Кеха хорош для активных людей. Этот курорт максимально демократичен. Здесь нету никаких дресс-кодов. Все пляжи хороши для отдыха с детьми. Дорожки здесь песчаные, не бетонные. Ну, все максимально адаптировано для того, чтобы ходить босиком. Этот отель замечателен наличием двух роскошных теннисных кортов. Здесь есть тренажерный зал. Ну, наверное, один из самых больших из 12 островов, на которых я работал на Мальдивах. Здесь практически каждый день в качалке вечером можно встретить Атифа, генерального менеджера, который отличный спортсмен и бодибилдер. Он вам расскажет про тренировки не хуже самого хорошего тренера. Ну и заодно можно пообщаться по любой теме, касающейся отдыха на вашем острове, когда вы приехали. В помещении тренажерного зала также располагается два освещенных корта для сквоша. Сквош – это редкость на Мальдивах. Тут также есть настольный теннис, какие-то китайские игры. Здесь можно проводить конференции, что нужно заказывать отдельно. Кеха – отличное место также для утренних и вечерних пробежек. Здесь хорошая дистанция внутреннего кольца в тени пальм. И где-то эта дистанция 900 метров тянется. Можно, конечно, бегать по песку, так называемый 3D-джогинг. Ну, я, например, предпочитаю наматывать круги по острову. Не жарко. На краю Ватервилл есть чудесная площадка для йоги и стретчинга с прекрасным видом на закат и остров Донфану, который располагается напротив. Северная сторона отличная для астрономических наблюдений. Тут наименьшая засветка для телескопов и лучшее небо на Мальдивах, куда не светят другие отели. Снорклинг – это отдельная песня, ради которой и нужно ехать на Мальдивы. 4 года назад прошло теплое течение Ниньо, и кораллы повсеместно на Мальдивах погибли. И только в этом году вода достаточно похолодала до 29 градусов, чтобы кораллы начали восстанавливаться. То есть у нас очень хороший хаус-риф для того, чтобы понырять с маской и трубкой. Если стартовать от джетти, где паркуются дайверские дони и кормят скатов направо, отличный хаус-риф до следующего джетти, куда причаливают спидботы, привозящие новых туристов. На коралловом рифе сделаны проходы для того, чтобы пробраться на внешнюю часть рифа, когда сильный отлив и мелкая лагуна. Этот хаус-риф прекрасен для чайников и для того, чтобы поплавать с ребятишками. Для продвинутых пловцов северная сторона, которая расположена подальше через мелкую лагуну во время отлива, и в то же время в приливы можно вполне туда пробраться на другую сторону и увидеть абсолютно все, может быть даже побольше, чем на организуемых экскурсиях. Тут живет и лимонная акула. Тут и косяки, и черноперых акул. Здесь можно встретить и ската, и черепах. Картинка каждый раз и каждый день будет новой. А туристов практически никого нет, потому что про эту сторону знают немногие. Лучше всего обращаться к Светлане из тренажерного зала. Она эксперт по северному хаус-рифу. И если нужно, можно пригласить ее для того, чтобы поплавать с маской трубкой в качестве ассистента. Или посидеть с ребятишками, когда вы поплаваете. По дайвингу на Кеха один из самых навороченных дайвинг-центров сети Ocean Dimension с морским биологом по имени Анана, который читает лекции про морскую живность. Больше ее про рыб не знает никто, если только я. С дайвинг-центром общаться на Кеха нужно обязательно. Тут собрались все эксперты, как пользоваться океаном, как получать здесь удовольствие и как строить свой отдых на воде и под водой. К тому же все здесь работают европейцы и могут помочь по многим вопросам. На острове 2 бара, свое производство воды. Есть газированная вода. 2 шикарных бассейна, где более-менее
прилично работает интернет. С прошлого года на Мальдивах достаточно неплохо заработал YouTube. Вот, а так, в номерах есть телевизоры, вот, но русский канал вы, видимо, не поймаете здесь. Вот, поэтому пользуйтесь интернетом. По вторникам проводится коктейль-пати. В воскресенье проводится дискач на пляже. Очень хороший, кстати, диджей. В субботу костер под звездами. Кормят скатов. Акулки ночью приплывают к месту кормления. Рыбалка на острове организуется донная и вечером. То есть часиков в 7 выходит кораблик, вам дадут леску с наживкой, с грузиком. Выходите на мелкий риф, ну и там начинается рыбалка. Ту рыбу, которую вы поймали, вам приготовят на следующий день на обед. Интересные очень круизы на целый день к дельфинам могут организовать в дайвинг-центре. На острове также есть несколько гидроциклов, есть паддлборды, есть каноэ. Ну, паддлборд особенно сейчас моден, он еще в народе почему-то называется суп, да, ну суп и суп. А тут паддлборд, паддл — это весло по-английски, борт-доска. А, пляжи большие и просторные. Лучшие виллы — это первая линия с северной стороны на западе. Ну, Тину Тернер и Daft Punk на берегу, как на других островах, вы не встретите. Зато с назойливым сервисом, как на One and Only, здесь не надоедают. Если разобраться, как тут получать удовольствие на этом острове, крепкая мальдивская четверка со всей экзотикой местного мальдивского менеджмента. В местных работниках на самом деле есть чему поучиться. Не нужно никуда спешить, особенно на острове. Ну, в нашем отеле в прошлом году отдыхала Илья Мечко с белорусской группой «Леприконцы». Устроили живой концерт, пели песню «Хали-гали паратрупер». Нам с тобой было супер. В доковидные времена Мальдивы стали очень активно застраиваться, и сегодня все острова центральных атоллов целенаправленно начали превращаться в курорты. Многие острова не имеют удобного доступа к коралловым рифам или оказались вообще без них. Кеха – один из первых таких курортов на Баа-атолле, где самая лучшая локация и самый лучший хаус-риф, или один из самых лучших. Когда-то этот курорт принадлежал итальянской компании, в интернете вы можете этот же остров найти под названием Кехад с буквой «Д» на конце. Именно такие, как Кеха сегодня, были все острова-курорты на Мальдивах до цунами 2004 года. Остров постоянно подвергается реконструкции, постоянно улучшается, где-то успевают что-то доделать, где-то что-то не успевают. В 1919 году на северной части острова построили новые виллы с бассейнами в совершенно новом стиле. До дайвинг-центра здесь рядом, но до ресторана нужно минут 7 идти. А теперь о рекомендациях. Обязательно брать трехразовое питание. На питание здесь сэкономить вам не удастся. Следующая рекомендация. Берите свои маски и трубки в наше нелегкое ковидное время из гигиенических соображений о вашем же здоровье. Если вы ныряете с аквалангом, берите свой регулятор из тех же самых соображений и будете сами за ним ухаживать. Если вы хотите играть в теннис и сквош, можно воспользоваться нашим инвентарем, но лучше берите свои теннисные или сквош-ракетки. Приобретайте для снорклинга лайкровую майку, чтобы не сгореть. Это как бы вещь новая, модная, это удобнее, экономичнее, полезнее для вас и для экологии, чем кремы от загара. Купите неопреновые коралловые тапочки для купания на рифах. Все-таки на дне где-то маленькие коралловые рифчики, они есть, вот, для того, чтобы не повредить свои пальцы. Не покупайте короткие, ластые, полнолицевые китайские маски. Они для китайцев. Пойдите в магазин, где продают снаряжение для дайвинга, купите хорошую маску, хорошую трубку, хорошие ласты, вот, которые вам доставят целую кучу удовольствия на всех морских экскурсиях, где вы можете встретиться с сильными течениями. Не экономьте на мелких чаевых для местных работников. Во время пандемии народ просидел здесь без зарплаты 15 месяцев. Ну и на многих других островах. Вот поэтому сейчас в такое нелегкое время, когда кроме русских туристов практически никого нету, отели не полностью укомплектованы персоналом,
потому что это связано именно с этими вот двумя последними годами, где очень сложно было с туризмом, не только на Мальдивах, но и по всему миру. То есть отель персоналом укомплектован всего лишь на 30%. Ну, вот, стараются, бегают, но не везде успевают. Заведите знакомство с генеральным менеджером. Он поможет решить все вопросы. Это тоже особенность мальдивского менеджмента. Лучшая экскурсия. Дайвинг. Погружение с аквалангом для новичков. Рыбалка. Снорклинг. Или плавание с маской трубкой, как по-другому еще называется. Путешествие на гидроцикле с дельфином. С дельфинами это отдельная песня. То есть берется два гидроцикла, едете туда, где спят дельфины, и там можно погоняться с дельфинами. Ну, кроме как Кихам, всего несколько таких вот локаций, да, куда ну, можно там, в течение часа добраться в те самые места. На Киха не запрещено запускать дроны. На Киха созданы отличные фотолокации для видео и фотосъемки. Если у вас нету своего хорошего фотоаппарата, обращайтесь ко мне, я помогу вам организовать фотосессию. В зимний-весенний сезон не рекомендуется селиться на южной стороне острова в связи с особенностями муссонов, которые с ним смывают песок. С изменением южного муссона песок, наоборот, сюда летом намоется. Но если зимнее время, там будут просто-напросто голены острые кораллы. А на других пляжах таких проблем на острове нет. С природными особенностями лучше придите, пообщайтесь с дайвинг-центром, все вам подробно расскажем. Когда, какое время приливов, отливов и так далее. Приятного отдыха, приезжайте на Киха, здесь уютно, как в пионерском лагере. У меня вышла книга, которая называется «Мой дайвинг», про путешествия с аквалангом по всему миру. Это фолиант на 199 страниц печатного текста и 36 страниц полноцветных фотографий. Здесь изложено большое количество информации, которое вы не прочитаете и не найдете в интернете. У кого возникнет желание приобрести данную книгу, это можно осуществить по ссылке на Viber в конце моих роликов. Подписывайтесь на мой канал, обязательно лайкайте. С вами был Олег Карцев, Мальдивские острова.